Александр, можно вас, пожалуйста, к нам пригласить после вашей легкой, ну, судя по вашей физической форме, разминки, потому что я с таким весом, скорее всего, уже бы умер. Вот, но... Ну, это верх профессионализма. Поэтому я говорю Александру вполне такие упражнения. Сегодня это утро вместе с нами встречает организатор регионального спортивного фестиваля «Тюмень Сильный» Александр Калинин. Александр, доброе утро! Доброе утро, Александр. А вот, знаете, пока вы были там, я смотрел и думал, вот бывает же такое, приходишь в зал, а там душно, жарко, а тут какая красота, на свежем воздухе, дождик охлаждает. День города, напомню. Мы также начинали на набережной, пошел дождь, потом мы начали проведение турнира, и дождь разошелся. Поэтому комфортно. Заниматься спортом надо при любой погоде. Согласен. Согласен, я себе пытаюсь сказать это много лет. Значит, смотрите, 2 года назад в областной столице состоялся первый спортивный фестиваль «Тюмень Сильная». И тогда я вот посмотрел интервью, вы давали, и вы тогда сказали так: наше мероприятие станет местным брендом. Вот спустя 2 года вы можете сказать, что это осуществилось? Да, хочу сказать, что наша мечта осуществилась. На тот момент, в 2022 году, это была мечта. Да. Сейчас реальность. Буквально на той неделе мы приехали, мы провели уже Нижневартовск сильный. У нас тенденция пошла. Сейчас мы едем на марафон в город Тобольск 25 числа. 1 сентября у нас новый Уренгой сильный. Наша тенденция как бы разрастается. А Тюмень Сильная стал брендом, и на крайнем фестивале вот в этом году к нам приехало больше 20 регионов. Это Омск, Красноярск, Новосибирск, Москва, команда Санкт-Петербурга, Бурятия, с Геленджика команда была. Ну вот мы хотели спросить как раз, как расширяется география, вы уже, в принципе, сказали об этом. Тогда мы хотим узнать по поводу направлений, потому что, ну, когда мы слышим «Тюмень Сильная», это много... Это всегда силовой экстрим. Ну вот как-то да, много у кого... Ассоциация первая. Понятно, все, ребята будут перекидывать покрышки, таскать шары, а у вас направлений много. Но изначально, когда мы первый фестиваль делали, как основа была, это все-таки, да, у нас был силовой вид спорта. Большинство это у нас был и пауэрлифтинг, силовой экстрим. На данный момент мы разрослись, и у нас сейчас все виды спорта. Начиная даже в этом году мы на 5 верст попытку установления мирового рекорда сделали, да, российский. Вот. Поэтому у нас и забеги, у нас бокс. Очень хорошая встреча была. Мы привезли детей с Краснодона, с наших подшефных территорий НЛР. Была матчевые встречи. Растет список гостей приглашенных, к которым мы приезжаем. Люди, когда смотрели нашу афишу, они до последнего не верили, что все будут. И на самом деле бывают такие проблемы, что там по здоровью еще там люди не доезжают. А здесь у нас Олег Сейтов, двукратный олимпийский чемпион. Их всего 2 в России. И он в Тюмень не просто приехал, пофотографировался. Он с детьми с Краснодона мастер-класс провел. Он был на награждении, вручением, ну, мастеров спорта. Потом с ними катался на корабле. Он был 5 полноценных дней с этими детьми. Михаил Кокляев, наш самый титулованный силач России, тоже. Он не любит об этом говорить, но он много социальной работы делает. Мы ходим на СИЗО, проводим турниры «Стремление жить». Вот точно такие же майки, да, вот если мы сейчас говорим про спорт, только написано сверху «Стремление жить». Это несовершеннолетние, кто первый раз оказались в местах отдаления и ждут своего суда, так скажем. Но кого-то их там выпускают, кого-то закрывают, так те не выходят с этими майками, они потом могут прийти в спортзал и заниматься у нас совершенно бесплатно. Поэтому все почетные гости, которые у нас были, они вот создают атмосферу этого праздника, и как они мне говорят: «Калинин, ну как, мы в Москве не можем собраться там, понимаешь?» Клоков Дмитрий, олимпийский чемпион, Николай Ясиновский, первый там бодибилдер в России, который там прозван русским кошмаром, Олейник, боец UFC с такой легендой. Они как вот фотографию смотришь, иногда я сам даже не могу понять, как это происходит, но мы стараемся, делаем, поэтому смело на этот вопрос. Тюмень сильно это стал брендом на России. Круто. Планы все раскрывать не будем, но у нас, да, горизонты... Вот вы сказали, что география расширяется, и скоро будет Тобольск сильный, да? Расскажите поподробнее, когда будет, как? Вот вы сказали, 25-го, да? Да, ну смотрите, да, мы уже провели Ямуторовск сильный. Но там тоже такая история была. Егор Ефимов попрощается: давайте мы проведем в Ямуторовске. Я такой: давайте Ямуторовск сильный. Он такой: нет, Тюмень сильный. Я говорю: в Ямуторовск, давай Ямуторовск сильный. Это вот год назад я его говорил. Он: да нет, Тюмень сильный, это уже бренд. Ну, уговорили, провели Ямуторовск сильный, да, раз мы уже затронули. Сейчас мы приехали в Нижневартовск сильный, провели 1 сентября новый Уренгой, это Ахмау. И 25-го мы
с Вагиным Петром Александровичем встретились, к Дню физкультурника проговорили, ага. И попытаемся сейчас быстро, вот остается две недели, вписаться в этот проект и провести Тобольск сильный. Ну а дальше Петр Александрович так активно поддерживал нас, когда был в Тюмени замглавы, у нас и машину он тянул, все делал. Поэтому я думаю, в Тобольске мы наладим работу на уровне также фестиваля. А также, как я еще являюсь президентом Федерации силового экстрима Тюменской области, то силовой экстрим мы там выведем на новый уровень и популяризацию этого спорта там разовьем. Потрясающе, Александр. Во-первых, огромное вам спасибо за то, что это утро с нами встретили. Во-вторых, огромное спасибо за дело, которое вы делаете, потому что дело невероятно важное, мы это все понимаем. От вас, по сути, мы хотим только поздравления, потому что мы сегодня у нас юбилей области. Вот эта камера ваша, можете, глядя в нее, поздравить область и сказать то, что вы хотите сказать. Всех поздравляю с этим юбилеем, с 80-летием. Нам очень радостно, что мы с Михаилом Кокляевым Тюмень сильно представляли на выставке ВДНХ два раза, и она пользовалась спросом. Поэтому наш регион, раз я уж представляю отрасли спорта, спортивный регион, но всех гостей зову к нам в город и посмотреть наши спортивные наши достижения, фестивали, ну и также не забывать про туристическую. Если мы говорим Тобольск, то фотографии мы смотрим, мы были шикарная область. Поэтому всех жителей с праздником, а всех остальных приглашаем к нам в гости. Александр, спасибо вам большое. Без подарка не отпустим. Никогда. Обязательно. Поэтому вручаем вам подарок от телеканала «Тюменское время». Вас еще раз с юбилеем области. Здоровья вам и только расширение ваших многочисленных проектов. Огромное вам спасибо. Вам также спасибо. Наш город Тюмень, а Тюмень сильная. Ну и ведущий, судя по всему, хоть и скромничает, но тоже в прекрасной спортивной форме. Ой, спасибо! Хотя бы кто-то это отметил. Спасибо огромное.